Сейчас загляну в Литуаль. Хочу посмотреть карандаши для глаз. И ассортимент духов с вами посмотрим. Так. Какая-то косметика новая. Карандаш для губ, карандаш, хайлайтер. Так, давайте посмотрим парфюм, какой остался. Ланком. Гуччи, Гуалти, 7,5 за 50 миллилитров и за 30. Полочки опустели, да. Очень жаль. Айзенберг. Пятьдесят процентов Дольче Габбана, Императрица. Диор. Сорок процентов на Коч. 5309 рублей. Так, давайте посмотрим еще в другом отделе. Ой, здесь виноградиком пахнет. Пятьдесят процентов Сальвадор Феррагамо. Ой, Феррагамо. Сейчас, кстати, на шоссе идет стихка очень хорошая. Вы знаете, вот это, по-моему, похоже, есть немножко красиво. Там как раз вот дерево текстура, она тоже будет на шоссе, да? Будет в районе шоссе. Пока есть, но парфюмерия. Но видно, что заканчивается. Карательной картинки очень мало. Сорок процентов на Задик Вольтер. Грустненько. Бергамот, мандарин. Ой, вот этот обалденный мандарин и базилик. Сейчас пшикну. Ой, обалденный вот этот вот свежий аромат мандарин и базилик.
прям такой сладкий, цитрусовый. И такая нотка базилика привлекательная, классный. Так, а лимонад интересный. Сейчас попробуем. Действительно лимонад. Сладенький такой. Я бы даже сказала, лимонад с мятой. Так, это что? Кардамон, гераниум и кардамон. А ну-ка, кардамон я обожаю. Ой, тоже обалденный вот этот вот аромат. Присмотритесь. Называется Ю. Ю же, да? Да, Ю. Вельвет роз, черри пэшн. А ну-ка, черри. Черри мало у кого получается. Прям настоящий вишний. Как и у мороженого, собственно. Трудно найти мороженое, чтобы было с таким прям ярким, настоящим вкусом вишни. Только у Баскин-Роббинс. Ну, это не черри, но это что-то очень приятное. Кислинка такая. Может быть, даже немножко киви напоминает. Киви с вишней. Табако-ванили. Тоже интересно попробовать. Кто пробовал? О, сейчас, секунду. Сильные такие, прям крепкие. Ох. Ну, похоже, да. В принципе, табако-ванили несложно повторить. Я аж забыла, что хотела сказать. Так, fireplace. Какой-то алкоголь напоминает. В общем, интересненькие ароматы. Кстати, интересный. Сейчас раскрылся чуть сильнее. Интересный аромат. Классно, я бы все хотела в коллекцию. Давайте еще посмотрим, наверное, косметику. Все-таки я пришла за карандашом и отвлеклась. Давайте поищем карандашики. Деко. Это у нас для бровей. Brow filler. Средство для бровей, вот стоимость. Уход за кожей, крем для рук, аромасвеча. Так, карандаши я не вижу для глаз. Ладно, в Магнит Косметикс поищу. Смотрите, какой набор кистей классный для девочки. Адвент-календари. Little Beauty плач. Набор косметики, аксессуаров в коробке.
Так, ну все, показала парфюмерию, даже немножко косметики показала. Пойду дальше по делам. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.